Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Вышла игра про Дикий Запад. Нет, это не Red Dead Redemption. Это Evil West. Evil West, точнее. Так, наверное, правильно читать. Друзья, сейчас мы с вами заценим Дикий Запад. Все вот эти местные архитектуры, масштабы и красоту графики, конечно же. Все. А перед этим, друзья, не забудьте поставить свой сочный лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. Просто вам не сложно, мне приятно и... И все, давайте на этом договоримся. И начнем. Сейчас только настройки посмотрю, там всякие вот эти вот. А то вечно у меня в последнее время настолько беда. Ча. Первая игра, которая на автомате выставила все на эпично. Представляете? Это первая. NVIDIA DLSS. Почему отключено? Надо включать все высокопроизводительное. Давайте баланс. Нет, качество. Хочу качество увидеть. С нашими 3080 и так далее. Так, остальное, наверное, даже не буду трогать, не буду. Так, применить. Сейчас разберемся. Кстати, в игре нет настройки расширения, это печально. Ну все, я готов, давайте врываться. Новая игра, сложность обычная, сложность, самое зло, сюжет, вот это, давайте, сюжет, нет, нихуя не сюжет, зло, истинная смерть отключить, напоминание о навыках включить, пусть будет, конечно, я орел еще тот, истинная смерть, а что такое истинная смерть? А, типа, сдохнуть совсем не надо. Помощь при целью надо, ангама, размер интерфейса, субтитры, согласен, все, жмем. Я готов, я в предвкушении. Темные силы пытаются уничтожить Америку с самого основания. Во время войны с вампирами тайная организация начала подготовку людей к выдающимся навыками. Агент противостоит силам зла, стоя на страже простых людей. Фокус Entertainment. Дикий Запад. При участии Red Dead Redemption. Шучу. Flying Wild Hawk. Представляет. Evil West. Друзья, это оно. Лайки. Тысячи лайков, срочно! Хэрол сказал, его источнику может что-то дам. Источнику суки сына, может я верю этому, а вот нет, уход от покой. Просто преобразил твой народ. Народ, в покой мне нравится. А вот когда из него вырывают ради чертога ограбления, этого еще боль задницы. Надеюсь, четверо позговорчей твоей сварливой задницы. Там мальчики на побегушках, не беспокойся, динамит развязывает язык. О да. Где-то я это видел, динамит. Ковбой. Кстати, о динамите. Честер не будет сговорчив, если его кишки разлетятся по всему вагону. Я во взрывах кое-что смыслю, Эдгар. Для Эдгара, я не знаю его, но Эдгар будет. Блин, Дикий Запад. Так заводит, друзья, так заводит. Съедет! Погоди. Давай! Да уж, Хэро будет не в восторге от из-за места, из-за моста. Хэро может поцелать меня в задницу. А он министр обороны, а не мистер мостов. Взглянем поближе, я наверх. Красота, кайфово. Дикий Запад, все красное. Что такое красное? Что такое все подлагивающее почему-то местами? Так, идем вниз. Не так уж и плохо. Что делать-то надо? Что? Ну я подошел. А, ползти, понял. Ой, друзья. Ой-ой-ой-ой. Так, прыгнуть на пробел, небось, да? Кстати, у меня подсказки были включены, но что-то ни хрена не подсказывает, что там делать. Я просто иду. Так, идем. А что у нас с рукой? Какая-то электрическая херня, смотрите. Это Дикий Запад или что? О, кулачки. Шифтовать можно. Попробуем. В некоторых местах можно выполнить особые действия. Подойдите к значку, нажмите пробел, когда вместо него появится что-то там. Не понял, нахрена?
Подойдите к значку. А. Нажмите пробел. Ой-ой-ой. Понял. Извиняюсь. Ничего себе. Что это за звук? Хватит, не двигай. Ты это чувствуешь? Не чувствую. Черт, сейчас! Это что такое еще? Так, короче, драться на правую кнопку. Понял. Ой-ой-ой, как все просто оказалось. Так, нажмите М, чтобы посмотреть. Заряженный сосуд, ослабевшее звено Короче, ясно, я это читать не буду, пойдемте дальше. Маневрируйте в бою, нажимая на пробел, окей. Бля, опасно. Зомби? Ну, Дикий Запад или зомби, я не понимаю. Зомби на Диком Западе? О, зомби на Диком Западе. Фига себе. Кого они тут везли? А, ну, не на кого драться. Опа, не увернулся нихуя, извините. Дважды, чтобы выполнить перекат. А, понял. Смотрите, сейчас попробуем. Опа, опа, успел. Теперь можно лицо сломать. Запрыгиваем. Никого не вижу, ничего не слышу. Так, здесь что-то подобрать можно. На какую кнопку-то? А, на пробел. Ё-моё, все на пробел. Так, годы рождения 57, 64, 81. Распределены по выдержке. Как изысканные вина, я понял. Это значки солдат, кстати. Все мертвы, черт! Так, деньги собирать надо, да? Окей. Друзья, что думаете? Напишите в комментариях, что думаете про эту игру. Что чувствуете, когда видите... Так, во время... Нажмите на левую кнопку мыши во время уклонения. В движении... Окей. W пробел. W пробел. А вот это вот, да? Сейчас. А я так всем сломаю лица. W пробел. Так, а... Так, так, еще кому-то надо сломать ли? Ага. О! Ты без остановки можешь жарить их. Так. А если я так. А, вот как. Бля, пробел! Ворот, брат, брат, у ворот! Нормально. А мне тут тоже оружие, это же дикий. А у меня хп нет. Нажмите С, лечение. О, вот как лечение работает. Так-то лучше. Так-то лучше. Не-не, я, кстати, вначале все говорю, что Red Dead Redemption вернулся. Не-не-не, друзья, не вернулся, игра совсем другая, механика совершенно другая. Единственное, что похоже было, это начальная заставка. Ну, Дикий Запад, это как бы, знаете, если бы игра была... Ладно. Удерживайте эту, а потом, чтобы выпустить апперкот. Продолжайте бить врагу с помощью, чтобы он оставался в воздухе. А, типа поднимать, как в Человеке-пауке, да? Сжимаем их. Ага. Нормально. Продолжайте бить по рыбу, чтобы он... Как мне его... Ну, типа, я раз могу подкинуть и ударить. А до конца добить я не смогу в воздухе. Так, у меня не работает так. Я могу подкинуть и бить, но не более. Так, что здесь? Что это за херня у нас в руках? О, деньги надо собрать. Там внизу что-то происходит? Денежки собрали. Игра сделана для консольки, как видите, внизу. Так, у меня же это какой-то мегабосс. Итак, удержите W плюс это, чтобы нанести апперкот врагу и тут же выполнить пушечный удар. Нихера непонятно. В, чтобы делать апперкот врагу. А, ну это он и был, да? Ладно. Че, монетки будут? Нет, а еще надо. А, во. Понял, удерживать надо, да? Че, мне так долго лицо ломать?
Я могу долго ломать, только дайте мне. О! Вот о чем они говорили. Нужно сломать эти штуки. Нормально, пошло дело. А что зачесался? От таких драчунов. Ну мы поняли, пойдемте дальше. Так, идем. Тут ничего, ничего. А что, давайте на мир посмотрим. Все-таки это супер графика. Ладно, промолчим. Я, походу, не Unreal Legend, да? Опаньки. Какой серьезный мужчина. Опять зомби. Так, вражеские смертоносные особые атаки нельзя прерывать обычными способами. Нажмите R, чтобы прерывать с помощью нокаута. Бля. О, эффект на добейте, находящий на грани смерти врага. Подойдите к светящимся желтым противнику и нажмите, чтобы убить его. Это правильно. Правильную механику стырили, все верно. Правильная механика стырена, все правильно. А чё, с камушком? Чё, нельзя его поднять? Он, наверное, что-то давать должен? Не просто же так он светится. Он, смотрите, он светится, а я его не могу с ним ничего сделать. Пробел жму, ничего. Ну ладно, пойдемте дальше. А, отлично, снова клещи, все нормально, теперь их много, теперь они не одни. Кажется, я могу тебе помочь, этого винтовочки. А мне винтовку дашь? О, ворот, брат, ворот. Блядь, на стрелке пока, да? Брат, ворот, брат, фу, увернулся. Тихо, тихо, тихо. Блядь, нихуя себе. Да, нормально. Кстати, любую атаку можно остановить кнопкой R почему-то. Так легко? Ля, красота. А, бля! Бля, нажал на R, и он уже... Он начинает атаковать сразу. Какого подкинуть, не помню? А, да, В вроде. А, держать надо, точно. Во. Все нормально? Че ты ждешь? Двигай! Куда двигай? Я тут дерусь, бля. Шутер херов. Сука, стоит там наверху, стреляет, а на меня давит. Понаехали вот это вот. Не дают подраться спокойно. Господи! Где господи? Нет такого господи. Итак, спринт быстрее обычно. Я все это время жму на shift, и ты мне пишешь на shift нажать. Боже, это худший стейк на свете. А. Ой-ой-ой. Черт, снова? Итак. Револьверы RNTE. Удержите Е для быстрой стрельбы. Нажимайте Е несколько раз. На Е теперь нормально, а? Вот это, на Е. Hasta la vista! Я... На-на-на-на-на-на! Че, кого убить? Дикий Запад, детка! Дикий Запад! А, сука, с ноги тебе. Че, кого завалить? Тебя! О, ворота! Ой, я буду теперь с пистолетика с время стрелять. Сука, готов? Эффектным завершению дня. Я не буду никого. Бля, нельзя, наверное. А! Ворот, нах. Я все время путаюсь между R и E. Че стоит? На, бля. С ноги тебе. Фух. Ну, слушайте, ну... На моем уровне вроде как не сильно потненько, но потненько. Даже здесь, я не представляю, что там дальше. Одного хорошего удара должно хватить. Нормально. Кстати, у меня какой-то скилл появился вон. А, это оружие. Пистолет на я появился. Вот что за скилл. Ну, пойдемте. Итак, ищите взаимодействие, чтобы создать проход.
смысле? Ого. Ничего себе. То есть, если нет прохода, еще можно, знаете, по сторонам посмотреть, по гробам идем. Нормально, нормально, хорошее решение проблемы. Так. Добраться до хвоста поезда. Зря вы мне это показали, я теперь буду, я теперь даже подходить не буду, если что. А, тебе все время на R будет нажимать, чтобы с ноги ударить его. Подходит ко мне ближе, ну давай. Вот, что это? Что это за сердце? Опять какая-то херня, ладно. Слушайте, мне нравится, мне нравится в таком режиме играть, это все-таки что-то новенькое. В плане геймплея, именно механика, это что-то новенькое, что-то другое, совсем другое. Не то, чего я ожидал. В плане катсцен, конечно... Не пройти. Че не пройти-то? А че не пройти было? Нормально. А че внутри? Деньги. Это мани. Так, пробел. Все через пробел. Любое взаимодействие, просто жмешь одну кнопку. Не нужно там. Чес, мерзкий ты сукин сын, я тебя чую! Я тоже его чую. Но деньги я чую больше. Ага, наверное, туда, да? Друзья, если что, я нажал везде только одну кнопку. Не забудьте участвовать одной кнопки, поставить лайк и подписаться на канал. Правда, друзья, вы же хотите еще видео, еще больше разных новинок. А все ради вас, все ради вас. Даже когда у меня нет времени. Опа, опа! Опа! Я не помешаю! Помешаешь, сука. Знаете, что мне нравится? Обычно в играх таких... бля, не ту кнопку нажал. Знаете, что мне нравится? Обычно в таких играх очень долго реагируют на любую хуйню перс. А здесь я жму на R, допустим. А тут перс реагирует на любую хуйню. Видите, типа я на R жму, он практически сразу реагирует. У него анимация не заканчивается. У него анимация не заканчивается, то есть... О, меня ебут, брат! Где ты там? Будешь мне помогать вообще сегодня? Опа. Бля, что за херня? Кто стреляет в меня? Что такое? Это наш друг, что ли, помогал? Опаньки. Мегабосс, друзья, мегабосс, вы готовы? Коллеги, товарищи, братья, сестры. Я никуда не готов, если честно. А что делать мне, скажите мне? А это что за штука? Не знаю, блин, что за штука. Я даже не знаю, что мне делать с ней. Стреляй в голову, я не знаю. О! А, сучки. На-на-на-на-на! Аста ла виста, бэби, ёпта! О! Бля, да что так много? Я не готов так много на пробел нажимать. А его можно, интересно, ногой ебануть? Давайте попробуем. О, можно, ё-моё, его можно касс остановить ногой. А, смотрите, касс можно ногой останавливать. Нажмите C для лечения, да. Опа, ногу нельзя остановить, нельзя ногу. Не, все-таки лучше вдали держаться, конечно. А чё он лежит? Типа мы его раздолбали? Давай, брат! Давай добьем. Эпично. О. Найти Честер Морна. Ладно, Честер, ты меня разозлил. Разберемся с этим жалким отродьем. Куда идти-то? А Честер тебя рыщем. Он там внутри где-то? Ока, сцена, друзья. Младший рантье. Все на папашином поводке. Поводке. О, вампир. Говорят, ты на шабаш путь держишь, Чес. Что это за закуски? Я не понимаю, о чем ты.
Прекратите! Этот здоровый полухающий шар не понравится твоей чувствительной коже. Солнце — ничто по сравнению с их гневом. Забавная игра. Давай проверим. Не-не-не-не, Ричард, стойте, стойте! Бальмешвиль, шабаш, бальмешкури-куру-пум-пум. Отличный выбор, Честер. И раз уж ты так жаждешь что-то там, нам понадобится проводник. Считай это повышение, ублюдок. От поместья до чего там путь не близкий, времени у нас мало. Мы уже 3 месяца охотимся за Дабаном. Что нам засветило? Твоя взяла. Но твой отец из тебя чучело сделает, если не устроим презентацию. Ты же на покой ушел. Что он сделал? Уволит тебя? Кат-сцены? Огонь. Ну, мне нравится, и озвучка, все запарились. Правда, возможно, это я плохо запарился, и озвучка есть русская, но, друзья, сами ищите. Шахта Бальмелвилла? Будем слепую бродить по чертову лабиринту? Если наш дружок Клещ говорит правду, Дабана будет сам в центре его. Я не в том положении, чтобы лгать, вам не кажется? Так держать, Честер. Ты развей эти иллюзии, кто знает, может быть, мы тебя и пощадим. Забавно, что они тащат его в этом. Марок? Я даже возможности ограничены, мои мистер Грейвенор. Хочешь ограничений? Может, тогда без головы поживешь? На кат-сценах чистый РДР. Но когда играешь, это вообще не РДР. Ни капельки. И сам не на кишащего фамильярами города, походу. И куда ты собрался? Судя по твоему тону, я должен остаться и проследить, чтобы наш модник никуда не сбежал. Посреди белого дня? Именно поэтому нужны фамильяры. Мне начинает казаться, что вы не подходите для этой работы. Этих чертов любителей клещей нужно убивать на месте. И какого черта? Может, нам уже тут с динамитом поиграть, Чес? Слеплю тебе новый жилет. Вряд ли моему портному это понравится. Видишь? Мы уже сдружились. А, шел бы ты. Неплохо. Найти вход в подземелье. Итак, теперь у нас есть револьвер, винтовка Рантье. Стрелковое оружие, идеально подходящее для меткой стрельбы на дальней дистанции, а также для поражения уязвимых мест противников. Способно быстро менять цели, удерживайте левый, чтобы прицелиться, и... ну, все понятно. Опа. Опа. Все, как перезарядите? А, нас, он сам перезаряжает. Шабаш сам себя не найдет, знаешь ли. Да-да, я уж понял. Тут прицел какой-то, точка всего маленькая. А я стреляю на правую кнопку мыши, прицеливаемся. Что дальше, друзья? Ты банку вообще видишь? Да пошел ты, я же говорю, у меня зрение страдает после обращения. Значит, это никак не связано с бухлом? По банку стреляют. Сейчас я по их баночкам постреляю, друзья. Я все понял. О! Красота! Итак, стреляйте по светящимся уязвимым местам врагов из винтовки Рантье, чтобы нанести серьезный урон. Я уж понял. Красота. Нормально. Слушайте, мне нравится. Я буду только ей стрелять. Нафиг мне вообще что-то надо. Итак, я могу посмотреть, что там. А, это нам показали мужиков. Давайте это посмотрим. Разломаемся. Так, заходим. Я уже знаю, что делать, если что, так монетки собирать надо. Да я ж понял, да, вот это вот что, лутаемся, лутаемся. Игра про бабло, но уж дикий запад, понимаете ли. Опа, на кухне на пробел. Только сундук удачи. Ой-ой-ой, там столько всего, а мне что дали-то вообще? Так и не понял. Ладно. Пойдем. Шифтуем нам налево, я помню. Там что-то было. Нажмите, чтобы посмотреть. Так, а тут еще шмотки мы ему будем одевать разные. Так, здесь что-то. Собираем. Так, семья Кальвертов. Очередные любители клещей. Что же этому не бывать? Окей. Что же этому не бывать? Конечно, не бывать. Ну ладно, мне показалось, что я просто вернулся назад, поэтому посмотрел в разные стороны.
Можно же в обе стороны идти, да? Я так понимаю, что и туда. А, не-не-не, нам подсказывают, туда надо. Если ты поедешь со стратилом, то они взорвутся. Где они? О, а что это? А, это тротил. Ну, типа нам проход открылся, да? Ну, пойдем искать, пойдемте искать там, в чем мы ищем, я уже не помню, правда. Пойдем в дом. Нет, не пойдем в дом. Ох ты, сучка. А, типа, если снайпер целится, то сверкает, нам показывает, да? Да я тебе одной пулей в голову уберу, чё ты, блядь? Давай, брат, чё с головой, всё в порядке? Ага, давай, иди следующий. Так. Бля, сюда, короче, нахуй. Сюда, да, на. Бля, да стрельни ты в эту хуйню. Брат, чё-то. Чё-то нормально всё? Так быстро? А я могу и в эту стрелять. Ну, чисто так, по фану. Всё равно стреляю по всему. Всё равно по всякой херне стрелял. Чё бы не стрельнуть? Блин, нет ощущения, что я мог все залутать. Ой-ой. О, шахта какая-то. Если вы не видите пауков, можете отключить их мини-игры. Хуя себе. Какие молодцы, да? Позаботились. Типа, если люди вдруг пауков не любят. Что-то горит, смотрите. Монетки. Так. Слушайте, мне нравится эта винтовка. Так, нам туда. Я просто иду куда-то, знаете. А если бы у них был бы главный босс паук, как они бы их отключали, интересно. Опа. Я что, такой толстый? Ни хрена себе. Исследовать мост. Не сомневаюсь я, что этот мост надо исследовать, конечно. Я просто прямо бежал, друзья, мне сразу. Тупик, отлично. Ты тоже это видишь? Снимай. Мистер Рантье, на первом свидании. Вы кого за меня держите? Ты прав. Добавим света для романтики. Не-не, не надо, теперь я вижу. Конечно, Марок, я все сделаю. Сегодня, Честер, прошу, не надо сосредоточиться. Отделить иллюзию от ее источника не так просто, знаете ли. Что за источник? Вам лучше не знать. Пипец, сверхъестественный дикий запад. Ты что, волшебник какой-то? Блин, свою магию, наверное, этих замочить может всех. Но вряд ли они его теперь уберут, да? Чтоб меня... Прикольно. Мне нравится. Знаешь что, давай махнемся. Я за взрывчатка, а ты дьябана. Это из-за моста? Это не из-за моста. О, ёп. А можно, интересно, по головам стрелять? Давайте заманим их куда-нибудь. Тихо, надо заманить, красиво замочить этого чувака. Бля! Забыл, как стрелять. Бля, я наверх жму, кстати. А он не сработал. Вот я говорю, что наверх хорошо. А, работает, кстати. Так, а при жевании умения этого орла, конечно, работает нормально. Фух. Мужик, может, ты просто топор заберешь у него? Нахрена мы с тобой вообще... Кстати, это хуйня хуёво драться. Лучше пистолетик. Или, по-моему, вообще на R лучше нажимать. Ой, на R просто драться.
Так, вот смотрите, опять вот куча сердец каких-то. Что это за сердец? Или это ХП? Может быть, это здоровье устанавливается, чтобы если у меня здоровья нет. Типа убил, отхилился вот так вот. Блин, это дикий запад или что? В чем мы на диком западе по подземельям пройдем, я не понимаю. Где этот брат? Так, все нормально. Ты где тут? Ты тут, да? Все нормально, все работает. О, деньги дали. Еще уровни есть. Нажмите M, чтобы посмотреть все ваши навыки. Учить навык. Так вот, активировать. Отлично. Здоровый напор. Окей. Посмотрели, что это. Что-то булькает, булькает. Интересно, они взорвутся, если я бахну так. Нет, нихуя. Можно какую-нибудь гранатку мне дадут? Дайте мне лучше дробовик. Кстати, вот кулаки массово бить, видите? Так, ничего золотать не надо. Может быть и надо. Ну там просто справа тоже проход был. Вот я сейчас сюда пошел, да, а там проход есть. Опаньки. Охуенно, и что, по птичкам херачит, да? Нормально? А что зачесался от такой стрельбы? Армейцы, я вам что-то посмотреть. Не хочу смотреть. Мне лень, я уже смотрел всю вашу предятину, поэтому я пошел дальше. Вот видите, я просто прошел дальше вперед. Я даже не стал заморачиваться, друзья. Если вам интересно, вы можете пройти каждый миллиметр этого здания. Этого... Открыть ворота. Как мы их откроем? А, туда забраться надо. И как мы туда заберемся? Скажите мне, пожалуйста, как я туда заберу... А, во. О. Ничего себе. Лабиринты прям. Блин, почему нельзя спрыгнуть просто? Просто спрыгнуть. Надо вот куда-то залезть, куда-то вот именно пройти так, как игра хочет, чтобы я прошел. Ничего нет, кстати. Значит, что спуск только где-то здесь. Стоять, а как я спускаться буду? Никак, что ли? А, вот там можно забраться. Не увидел просто. Просто не видел, что там наверх можно забраться. А, так, в принципе. Вон так. Там, да? Нет, нельзя. Подходящее место за тем, чтобы прицелить, чтобы для того, чтобы породить, активировать какое-то действие. Понял. Слушайте, если не было подсказки бы, да, я бы так и не понял, что делать. Я бы как дурак бегал бы и в итоге бы так и не нашел, куда идти и что делать. Мы уникальный вид, братья и сестры. Мы размножаемся, мы не рождаемся, окей. Да, Иисусе, ну и махина где? А, вот это? Что-то, что-то дикий запад, хороший вопрос. Там еще есть наверху верховые? Не вижу. Не вижу, с кем драться. Все, подняли. Ага. Кстати, просто, знаете, вот просто на пробел нажать не работает. Если что, приходится все время перекатываться. Оптичка. Блин, перекатываться тоже назад не работает. Только вперед, если что, если вдруг вы не знали. И очень хотел бы, вот, кстати, да, кстати, это хилка. Все, я сейчас отхилился, когда у меня не было здоровья. Это точно хилка, друзья.
Давайте, давайте, давайте. Блин, так все красиво светилось. А оказалось просто проход. Просто обычный проход. Давай, давай, я готов. Блин, а что, я их могу подкинуть, что ли? Знаете что, второй не нападает, пока я этому пизды не дам. Они, у них ссора, блядь, в семье, я не знаю. Бля, попасть не могу! Патроны кончились! Типа пизде идет, друзья! Где ты? Попал! Бля, я не только на Е нажал, блядь, ебучую. Давай, прерываем умение. Хорошо, второй не атакует, блядь. Знаете, если не прерывать умение, то ничем хорошим это не закончится. Потому что он просто херачит и сломает все лица. Кстати, на С в бою нажимаю, а он не отхиливается, прикиньте. Просто не отхиливается, ему просто поху... А. Что я тут сломал-то вообще? А, понял. А, типа так ворота открылись. Блин, все, пацаны, я не понимаю, как можно было испортить игру, засунуть куда-то все под землю? Ну это же Дикий Запад, ну давайте вы уже. Что, зачем вы туда сверхъестественное засунули? Зачем подземелья какие-то? Что? Что за храм под землей, блин? Перевернутая гробница, блин. Эх, херею просто. Знаете, что хорошо сделано? Я стреляю, да? Я... Ну, то есть я не целюсь, почти. Вот я, типа, я жму две кнопки, видите, одновременно просто. Просто одновременно жмешь и все. Примерно ориентируюсь, где центр экрана, вот. Ну, то есть сразу же, абсолютно сразу же. Знаете, как в кейсе люди играют. Будто War напоминает. Ну, такой же силач. Палки бросает у нас. Скидывает всякую хреню. Прислушайся к моему разуму. Между выживанием и трусостью есть тонкая грань. Довольно. Из-за этого, что ваш род жаждет полномасштабной войны с человечеством, мы все в опасности. Питер Дабано. Без овец. Хочу без овец. Волки голодают, да, но грядет тот день, когда овцы перехитрят волков. Вы не наблюдаете за ними, брат мой? Пока девушка, наконец-то. Люди обуздали силу пары и молнии. Они становятся все могущественней. Если мы будем жиреть и нежиться в объятиях тени из-за нашей гордыни, вскоре они наберутся сил и отловят нас, как дичь. И вы предлагаете войну? Война подразумевает вероятность поражения. Я предлагаю нанести удар. С моим новым активом мы сможем контролировать обращение, и кровопийцы вновь займут законное место на вершине пищевой цепи. Уже вампиры у нас. Контролируйте обращение? Вы с ума сошли? Предлагает такое настоящая ересь. Доминик, брат, настали времена еретиков. Хоть мои методы и идут вразрез традициями, уверяю в одном. Если мы не приспособимся, нас ждет забвение. Довольно. Я не позволю вам и вашему грозному роду вести нас к погибели. Питер Дабано, за заговор против собственных братьев я приговариваю вас и ваш род к истинной смерти. Вот такая истинная смерть, которая была вначале. Типа тебя убивают и все, ты больше... Я ведь говорила, что они не послушают, отец. Попытаться стоило, Микара Фелисити. Нам будет гораздо проще, если мы поможем им понять. А если не поможем, тогда заставим.
Что, драться будем сейчас? Да. Нифига себе, мы что, вампира убили? Он же волшебник. О, добрый вечер. А это что такое? Да, а что такое? Ой, я ему здоровье не наношу урон вообще, друзья. Поворот нах. Честно, я его смогу вот этим вот повоевать? О, нихера! Все, 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 я все понял. Я все понял, ничего нет наверху. О! Патроны кончились. А сейчас еще кого-то вызывать, блядь, начнет в этот момент. О! В голову, кстати, где прилетел? Блин, слушайте, меня страховало, друзья. Ой, ой, это что такое? Добрый вечер. Что делать? Куда стрелять? А зачем он так делает? Он специально так сделал, чтобы ему здоров... Блин, я не могу. Поставьте лайк, друзья, срочно, пока я не могу. Патрон окончается. Ворот. Фух, это хорошо, что он просто прыгает, больше ничего не делает. Под ногом, не да, здесь такое-то, блядь. А как мне с ними драться-то? Их так много. Это же невозможно с ними драться. Опа, ворот нахуй. Бля, патроны кончились, друзья. Короче, чистая игра, знаете, в голову стрелять. Кто любит шутеры? Фух, хорошо, что он не бьет. Хорошо, что не бьет, потому что сейчас пизда бы настала. А, кстати, у него здоровья уже мало там, смотри. Блин, патроны кончились прям когда надо, да? Вот прям. А чё, когда этих чуваков убивал, у него здоровье кончалось? Походу, да? А, у ворота не успел. Бля, я сейчас сдохну. Хуя себе, добрый вечер. А я бегаю так спокойно, хорошо вовремя заметил. Блять, я ж жал, ёбаный в рот. Бля, патроны ебучие, но. Все, он пристал. Фух. Давай, добивай красиво его как-нибудь. У-ху! Все черное, правда. Кто следующий? Здоровье здесь. Жесть, конечно, игра. У тебя побольше ножей нашлось. Некоторые уходят на покой, получают золотые часы. Мне же достались Сьюзан. Ну, нож, походу, да. Надо было спросить, как отсюда выбраться. Поздно. Он будет бесполезен еще пару месяцев. Стой. А как же Честер? Ну что ж ты будешь делать? Че, сбежал, что ли, чел? Вот что такое настоящий взрыв. Черт, опаздываем. По крайней мере, вернемся в поместье не с пустыми руками. Первая искра. Будь я проклят. Необычный способ тратить деньги налогоплательщиков. Ого. Бля, это Дикий Запад или что? Что происходит? Что это? Джейс Мору, народный герой. Говорят, за то, что он спасает президентскую задницу от клещей, Белый дом шлет ему столько золота, хоть подстирай... А, постирайся. Накорми его как следует. Ночью нас ждет долгий путь. Не останешься на презентацию? Весь институт сегодня в городе.
Как-нибудь обойдусь без сборища дельцов, поющих друг другу дифирамбы. Ты надоел слушать про то, что я что там. Держи, передай эту тварь своему отцу, прежде чем она проснется и начнет проклинать нас до седьмого колена. Прекрасно. Сказать ему, что ты предпочел душевный бурбон охоте на вампиров? Что хочешь, ты говори. Ладно, обойдемся без тупых речей. Но потом ты обязательно лупим. Обязательно. Ну что, друзья, я думаю, на этом можно закончить эту часть прохождения. Друзья, если вам нравится, не забудьте поставить много лайков, чтобы я понял, что вам нравится. И мы продолжим. Обязательно продолжим. В общем, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Вот такой вот Дикий Запад. Удивительный Дикий Запад, на самом деле. Прям удивительно. Здесь повозки, знаете, такое, паровозы и такая херня летает просто. Удивительный Дикий Запад. И пока.